Ангелочка. Подожди, Олина. Это вот это? Да, конечно, это. Да, конечно, это. Да, конечно, это. Лена, выключи. Всем привет. Уже 24. Хей. Хей. А где вы? А не знаю. Непонятно. Где это? В Москве. Да. Гуляем с Леночкой. Да, в какой-то веке. Наконец-то, да. Радичка. Радичка, что это? Не говорите так никогда. Да ладно, мне нормально. Мы тут вот, понимаете, сидим, скучаем. Вдвоем гуляем. Пояснение. Намек вообще непонятен. Не, нам вдвоем отлично. Да? Да. Лена говорит, что вот ей хорошо. Почему без очков? Ну потому что... Привет, привет! Слушай, очки взяла. А зачем ты их взяла? Фух. Я думаю, я там их оставила. А. Здравствуйте. 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 Лен, ты самая лучшая. Спасибо. Самая невинность, боже. Лен, ну почему она ничего не спрашивает? С занятиями, с какими? Нормально все? Нормально, нормально. Кать, привет, как ты? Лен, в каких странах была? Ну, я просто... Во многих. Лина. Во многих. Вот действительно, нашли что-то. У нас хорошо, да, выходной. Мы в Москве. Two best skaters and absolutely gorgeous. Thank you so much. Мы где? Не знаю. Занесло нас куда-то. Вот сидим. Да, она без брекетов. Ей хорошо. Да, мне так больше нравится без брекетов. Ленусик мой. Мы как дуры какие-то выглядим, боже. В чем мы одеты? А какая разница? Мы красивые. Этого достаточно. Блин, почему Лена такая идеальная? Ну... Идеальных не бывает. Вот. 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 Да. Поцелуй ее. Кого? Меня. Я Леночку. Давай. Это запросто. Сколько нам лет? Мне 18. А мне 17. Ну, speak English. A little bit. Лена, yes, I do. А, бомбическое ее. Как это интервью? Я сойду. Ну все, мне надоело, Лен. Можешь выключать. Пока.